Называют меня некрасивою, так зачем же он ходит за мной? И в осеннюю пору дождливую провожает с работы домой. И в осеннюю пору дождливую провожает. Куда не пойду. Сегодня 1 ноября, но так удивительно тепло, 15 градусов. Много гуляет в парке народу. Мамочки с колясками, с малышками, ну и наша боевая гвардия пенсионеров, бабульки, дедульки. Я сегодня прошла 8 километров, это я еще пока в парке. Ой, так хорошо! У меня зарождается новое увлечение. Я хочу научиться выпекать имбирные печенья. Закупить для теста формочки, чтобы различные фигурки были. Я сейчас посмотрю на Вайлдберрисе эти формочки. Надо мне посмотреть, как делают украшения, то есть чем их покрывают, какой глазурью. И кондитерская краска. Мне попалось одно видео, где женщина, она домохозяйка, она выпекает имбирные печенья. Но она уже мастер в этом деле, вы знаете, выпекает такие красивые печенья, различные формы. У нее и зверюшки, и елочки, там и шарики, и зайчики, ну различные, красивые. И очень много у нее этого печенья. Я не знаю, она напекла, я не знаю, сколько их там, столько много этих печеньев. И она сидела за столом, разрисовывала каждый пряничек. Каждую печенюшку она разрисовывает, разрисовывала. Так красиво, так прям аккуратно. Ну, прям, знаете, даже вот, мне кажется, такое печенье даже жалко кушать. Но она уже профессионал, она это делает на продажу, на заказ. Как она сказала, она уволилась с работы. Я не знаю, где она работает. Она уволилась с работы. И у нее пошел такой домашний бизнес. Я когда увидела, мне тоже так захотелось такое печенье, поукрашать его, украшать его для своих, для себя, для своих детей, для своих внуков. Я бы, конечно, попробовала. Для этого мне нужно посмотреть, как это правильно все делается. Мне нужно заказать формы для печенья различные. И посмотреть кондитерскую вот эту краску для украшения этих печенюшек. Я хочу попробовать. Вообще имбирное печенье, оно очень вкусное. Но булочки для гамбургера я уже освоила. Я внукам выпекаю уже, не знаю, какой раз я уже их, эти булки, штампую и отвожу. 2 дня назад отвезла эти булки и сделала еще пироги с капустой, нажарила. А сейчас мне хочется попробовать имбирное печенье испечь. Прямо руки чешутся, руки. Так хочется испечь печенюшки эти. Поздравляю с 1 ноября, с теплым днем. Не знаю, у кого как, у нас 15 градусов тепла. Очень прекрасная погода. Солнышко, тепло. Народу очень много, все гуляют. Мы вчера ездили в магазин, бывшая Касторама. Как же он называется, я уже забыла. Я была крайне удивлена, там уже Новый год.
Там кругом новогодние игрушки, новогодние украшения. Думаю, боже мой, еще ноября нет, а уже все новогоднее. Christmas, I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I give it to someone special. Last Christmas, I gave you my heart, but the very but you still catch my eye. Tell me, baby, do you recognize me? Well, it's been a year, it doesn't surprise me. Happy Christmas, I wrapped you up and sent it with a note. Еще вот солнце светит. Слушайте, как хорошо, как хорошо. Девочки, как хорошо. Как хорошо вообще выходить на улицу гулять. Тренируйте свое тело, в конце концов. Поднимать себе настроение, шевелиться, улыбаться, нагуливать аппетит у кого нету. Но у меня всегда, кстати, аппетит есть. Уж чем-чем я этим не страдаю. Так, все, это я сказала, это сказала. Прогулка моя сегодня отличная. Первая половина дня у меня проведена. Сейчас я иду домой жарить рыбу камбалу и... запущу Кузю. Кузенька должен поубираться. Пока я жарю рыбу, у меня Кузя все поубирает. И займусь изучением, как нужно правильно выпекать имбирное печенье. Очень хочется мне это дело начать делать. Say how much I care. I just called to say I love you, and I mean it from the bottom of my heart. No summer's high, no warm. No harvest moon to light one tender August night. No autumn breeze, no falling leaves. Not even.